Здесь находится начало площадки Великое посольство Петра I. Мы представляем посольский приказ, значит, который во времена Петра I и до него занимался внешнеполитической деятельностью, выступая в роли современного Министерства иностранных дел. Хотя занимался он далеко не только внешнеполитическими делами. Мы здесь представляем образец русской канцелярии конца 17-го, начала 18 века. Здесь можно составить челобитную или другие официальные документы и научиться немножко писать скорописью, понять, как и что было в тогдашних бюрократических делах. Кроме того, мы представляем собой, фактически представляем собой две России времен Петра I. Старую Московскую Русь в виде стрельца, охраняющего приказ, и новую Петровскую Россию, которую Петр начал строить после возвращения из посольства, которую представляю в данном случае я, одетый в немецкое платье.